Четыре вопроса о диспансеризации. Кто может пройти диспансеризацию? Диспансеризацию может пройти любой житель Московской области, начиная с 18 лет. Что необходимо взять с собой? С собой нужно взять всего лишь паспорт и медицинский полис. Заполнение анкеты перед осмотром поможет выявить скрытые заболевания. Какие врачи ведут прием по диспансеризации? Диспансеризация поможет бесплатно сдать все основные анализы и пройти узкопрофильных врачей. Зачем нужна диспансеризация? Диспансеризация – это забота о своем здоровье, своевременная профилактика и уверенность в будущем. Работодатель не вправе препятствовать прохождению диспансеризации сотрудникам. Прохождение диспансеризации убережет вас от лишних волнений и подарит радость здоровой жизни. Подробности в поликлинике по месту вашего жительства.